На Кубани время загара продолжается. Конец апреля. Сегодня уже прилетели ласточки. Конюки уже сидят на яйцах, высиживают, и скоро появятся птенцы. Такие мысли пришли, вот на природе, как вышел. Ползают насекомые, муравьи. Вот смотрю и думаю, как же они находят свои дома. Вот он падает с дерева, муравей. Падает с дерева с такой высоты. Понятно, что не разбивается, потому что он легкий, как пушинка. Летит и падает. И идет домой, например, муравейник. Ориентируется по солнцу. А чтобы по солнцу ориентироваться, нужно понимать, в каком положении оно находится. День это, вечер ли это, первая половина дня или вторая половина дня, где находится солнце. Ориентировочно поэтому муравьи ориентируются. Это уже топография, ориентиры на местности, то, что проходят люди, учатся. Муравьи этому не учатся. А может и учатся. У них же, может быть, там школы какие-то проходят. Это ж не просто инстинкты, как ученые говорят. Взять любого насекомого другого. Вот шмеля, например, шмель летит. Или пчела. Тоже ориентируется шмель. Как ориентируется? Вот стоит береза, например. Под березой у него гнездо. Значит, нужно от березы взять курс по солнцу, по ориентир по солнцу, и вперед. Улетает далеко, потом прилетает. Ориентир береза, под березой его гнездо, норка его. Они ориентируются, значит, они видят ландшафт, понимают, соображают, куда нужно лететь, как нужно вернуться, если он летел на солнце, то значит навстречу солнцу, или солнце слева, или солнце справа. Это все наука, и они это понимают. Они просто так вот летают на обум лазаря, непонятно куда летают. Они бы не нашли бы свои дома, бы свои гнезда, которые они строят. Также птицы, ласточки тоже летают, куда там только не летают. Километр, два, три от того места, где они живут. Тоже ориентир. Скажем, дома, пятиэтажный дом. Гнездышко под домом, под крышей, слева, на углу. Тоже ориентиры. Ворона круг дает. Интересно ей, кто здесь находится. Молча летит, потому что уже птенцы, орать особо нечего, чтобы не распознали птенцов. Далее, так вот и любая птица, насекомая, мушка, еще кто-то летит и думает, соображает. Ящерица, это уже повыше класс. Но вот даже брать птиц, насекомых, уже понятно, что божественный какой-то разум существует. Ориентиры, умеют ориентироваться на местности. То же самое вот орлы. Вот они залетают, орлы, высоко-высоко, прямо под тучи. Вот чего они туда залетают? Там ничего не увидишь с такой высоты. Никаких там мышек с такой высоты не увидишь. Да если увидишь, пока ты оттуда спустишься, камнем будешь лететь, то мышка уже убежит. Или хомяк. Они взлетают пофилософствовать туда, наверх. Вот я заметил, летают, просто летают, без всякой цели, просто наслаждаются красотой, ветром, отдыхают.
Они же не только вот поесть, поесть, поесть и все. Нет, особенно орлы, вот как у них, они могут месяц не есть. А что делать? Месяц не есть могут. Вот они поймали, съели что-то, все. Они могут месяц не есть. И вот они летают под облаками, им интересно, летают, наслаждаются, смотрят, познают этот мир, он им нравится. Они друг друга смотрят, как-то общаются между собой, потому что вот пара летит, видно, что пара, может и три лететь, четыре. И они там общаются на высоте. А вот и степной хозяин. Хозяин степей. Конюк. Наш степной орел. Осматривается. Солнце зашло за тучу. Он, видимо, хочет сюда прилететь, в эту сторону, но видит, что здесь кто-то находится. Поэтому думает, что делать. Тем временем солнце выходит из-за тучи. Все-таки не решился сюда лететь, улетел в другую сторону. Пока я здесь нахожусь, тут можно позагорать вполне. И вот стоит здесь так вот немножко даже прилечь, полежать, позагорать. Ну и потом понятно, что ты встаешь, наполовину встаешь, и тут буквально в 10 метрах взлетает петух. Почему он взлетает? Его же здесь не было. А потому что он ходит. Он ходит здесь по степи, ходит. Тем более здесь лесостепь уже. Здесь вот, если посмотреть, то лесостепь. Поэтому здесь есть где разгуляться фазанам и разной живности. Очень много здесь ящериц, больших, зеленых, красивых. Прямо изумрудные ящерицы. Копчики летают. Удалось снять копчика. Прямо надо мной летел. Не боялся, потому что я не двигался. Только снимал. Как бы вживаешься уже в природу, если ты находишься на одном месте, не бегаешь здесь, где-то не ходишь. И птицы привыкают. Сороки уже на гнездах уже тоже тихо себя ведут, даже если увидят человека, там немножко пострекочет, что кто-то есть, и полетела. Она не распознает свое местонахождение, потому что яйца уже никуда не денутся. Нужно их скрывать от человека, от кого угодно скрывать. Поэтому они ведут себя тихо. Вот такая тучка. Не страшная, но тем не менее может закрыть солнышко, создать большую тень. Но когда ты в гармонии с природой, то эта туча обходит стороной тебя, и ты
находишься между тучами, и солнце все время на тебя светит. Вот такая она, матушка природа. Уже второй петух подошел метров 10 с этой стороны и, увидев меня, взлетел. Красота! Вот за несколько часов можно получить такое удовольствие на природе. Вот так это смотрится через очки. Ящерки тепло на моей одежде. Греется. В 10 сантиметрах от меня. Совсем не боится. Причем я двигаюсь, а она сидит, даже не боится абсолютно. Вот интересно. Как это понимать? Совершенно не боится.
А ящерица хвостик отрастает. Видимо, уже кто-то хватал за хвостик. На одежде тепло, хорошо. Вот она и пригрелась. Глазки не закрывает от удовольствия. Ну пусть сидит. Главное, я двигаю руками, все здесь. И она не боится. А вторая к ней подбежала. Ну, я немножко шевельнулся, и она мгновенно убежала. Подбежала прямо к ней. И убежала. А это не убегает никуда. Понимает, что ее никто не тронет здесь. Вот одна понимает, а другая не понимает. Другая убегает моментально. Но в 10 сантиметрах от тела человека находиться. Дикому животному. Любят загорать, когда есть такая возможность. Они могут загорать. О, тут уже три вообще. Вот это подарок. Три ящерки уже, и не боятся.
пустошенные места. Я его спугнул. Зайчик, белый хвостик. Так что эти все тропки, это и заячьи тропки, и петушиные тропки здесь. И они все ходят по этим тропкам. Так удобно. А зайчики еще прячутся, конечно, в кустах. Вот ты находишься рядом, а зайчики рядышком тоже. Все рядышком, потому что места мало свободного животного. Если поля распаханы, и вот такие пустыри, очень хорошо, что они остаются. Пусть они остаются и дальше. То было где живности жить, степной живности. Закатное солнце, какая красота! Петухи взлетают из-под ног. Это просто красота. Да, им деваться некуда. Везде поля, открытые местности, а здесь пустыри. Все. Здесь была ласка. Сейчас что-то не видно. Наверное, она покинула это место, куда-то ушла дальше. Увела свое потомство. Который день я смотрю, не видно следов.